Приветствую вас, с вами Лилия Донскова, и я вам хочу сейчас показать сводчи новой помады серии The One компании Oriflame. Это стик помада, она в таком потрясающе красивом дизайне, и что мне очень понравилось, ее не нужно точить, у нее есть шикарная функция как выкручивание и закручивание. И сейчас мы посмотрим, как эти цвета выглядят на коже. То есть сейчас мы пробуем самый светлый оттенок, розовый. Это очень красивый цвет, так мягко ложится. Помада содержит витамин Е и масло ши. За счет этого она увлажняет губы и прекрасно распределяется на коже. Следующий оттенок у нас будет коралловый. Коралловый из светлых. Очень красивый солнечный цвет. Я представляю, как это будет шикарно выглядеть на загорелой коже. Дальше у нас идет фуксия. Ох, какая фуксия! Какие будут сочные, аппетитные губы с этими цветами. Оранжевый оттенок. Очень красивый, прям морковка-морковка. Часто спрашивают такой цвет, но его очень сложно найти. Красный. Так, и еще два оттенка. Такой сливовый цвет, винный и индиго. Индиго это просто бомба, он просто синий, очень красивый цвет. Посмотрите, как это все супер выглядит. Я хочу отметить очень мягкое нанесение, плотное покрытие, красивое. Я думаю, что на губах это будет вообще просто шикарно. Спасибо всем за внимание. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.